Всем привет, всем привет, меня зовут Максим, канал GG Family, смотрим игрушечку под, под названием «Просто игнорируй это, Брэдс Стори». Какая-то история Брэта или что-то типа того. Русский язык есть, это классно. Я не знаю, что тут такое. Так, VSD, C, бежать, действие Z, инвентарь, блин, какое неудобное управление. Ладно, походу разберемся. Странга Геймс представляет. Причем игра такая очень-очень на маленьком экранчике. Но я вам растянул, так что у вас все красиво. Бре, Джейсон? Джейсон, ты дома? Я думаю, он еще на работе. Да, иначе бы он сидел здесь перед телевизором. Я могу заказать еды, но сначала покурю. Зависал весь день. Итак, где я их оставила? Оставил или оставила, что-то я не... Может, в холодильнике? Пустой холодильник, типично. Единственное, что здесь есть, это номер телефона китайского ресторана Тонто. А где... А, мне кажется, телефон, да? А, это точка сохранения? Ну, давай сохраним. Какую конфету? Я на компьютере играю. Спасибо, конечно, больше. Так, ага. Где она могла или он оставить сигареты? Может, в туалете курила? Что? Я сделаю бутерброд? Ну, пойдем бутерброд сделаем. Только у тебя холодильник пустой. Всегда полезно мыть руки. Вот так красиво и чисто. Так, а, смотри. Это раковина. Эта штука устарела. Холодный суп. Похоже, нам снова нужно заказывать еду. Так, а если телефон осмотреть? Это телефон, хорош. Хорош так хорош. А, вот где их оставила. За моей кружкой. Все, сишки нашли. И что теперь, надо куда-то пойти покурить? Может, надо на улицу выйти? Я ничего не могу с этим сделать. Может, перед телевизором ты хочешь сесть и это... Держу пари, что потерял пульт снова. Да, по-любому. Не, ну тогда, как многие делают, курят в туалете. Только вы, ребятки, такого не делаете. Это очень плохо. Мне это не нужно. А, инвентарь же там был, подожди. А как-то... Может быть, тут просто? Инвентарь, сигареты, ничего не даст. А что надо сделать-то? Она сказала, что хочет покурямбать. Не вижу в этом ничего особенного. Посмотрела она на дверь. А я без понятия, где она там курит. Но она, может быть, тут курила, сидела. Но теперь она этого делать не хочет. Может быть, взаимодействовать. Использовать телефон. Нет, ничего не делает. Что там? А, это... Блин, какая сложная и непонятная игра. А, тут еще есть дальше. Все, конечно, на балконе надо покурить. Хочу покупить. Хочу покупить. Покупить, покурить. Но куда делась моя чертова зажигалка? Серьезно? Что, зажигалку теперь будем искать? Коробка. Смотри. Вот зажигалка, отлично. Я прям как знал, куда идти. Давай покупим, покупим. Нечего выбрасывать. Что? Инвентарь. Сигареты. Курун побыл снова перед ужином. Еще один день, еще одна катастрофа.
Еще одна мертвая ниточка. Вот и все, что местный супер-журналист Брианы Тены. Вздох. Это был твой выбор, Би, твоя успешная карьера. Я могла бы стать врачом или моделью, но нет, нужно было стать единственным журналистом в этом скучном городе. И все потому, что твой тупоголовый парень уговорил тебя. Черт возьми, Джейсон, почему я все еще люблю тебя? Вздох. Хочу китайской еды. Закажу немного, прежде чем принять душ. Так, куда я записала их номер? Серьезно? Я помню, где ее номер. Холодильник, смотри. Вот номер. Доставка еды от Анта. Все отлично. Не-не-не, теперь мы звоним. Взаимодействовать. Использовать телефон. Доставка еды. Китайский понедельник, вот и мы. Да, привет, я хочу сделать заказ. Хорошо, увидимся через час. Пока. Сегодня доставки не будет. В смысле? Мне все равно не помешала бы прогулка. Ой, мне нужен душ. Так, пойдем в душ. Эта игра проходит за 15 минут? Да блин, пройди ты ванну. Лучше бы ему больше не пользоваться моим кондиционером. Это не душ, это ванна уже получается. Это что такое? Что тут призрак? Что это, черт возьми? Что такое? Призрак? Бу! Джейсон? Привет, детка. Ты мешок с говном. Что на ужин? Бутерброд с ногой. Бутерброд с ногой? Да, моя нога у тебя в заднице. Я просто посмотрю в холодильнике. Да, он пустой, я уже смотрел. Придурочный, а? Че, посмотрел? Эй, холодильник пуст. Я знаю, я заказал ужин. Мила, что у нас есть? Еда от Танто. Китайская еда, отлично, детка. Нужно просто сходить и забрать ее. Мне тоже нужно идти? Да, ты же хочешь поесть. Да, детка. Давай пойдем, все должно быть готово к нашему прибытию. Пойдем, Марио. Я что-то забыл? Давай, Джейсон. Да, детка. Я просто подожду входа, детка. Он забыл наше имя, мне кажется. Постоянно называет нас деткой, потому что забыл имя. Здорово, Тонто. Какой счетчик? Так, а где мне забрать еды? Меню. Свинина с кисло-сладким соусом. Так, а как... А, поговорить. Добро пожаловать в Танто. Чем могу помочь? Я пришла своим заказом. Как вас зовут? Бриатена. Минуточку. Похоже, спрингроллы будут готовиться еще несколько минут. Хорошо, не проблема. Я подожду снаружи. Поговорить. Да, детка. Хочешь кассировки или еще чего-нибудь? Конечно, детка. Я посмотрю, что у них есть. Детка, у меня сейчас задница отвалится, мне нужно присесть. Какой в этом смысл? Если я посижу на ней еще немного, то она онемеет, а значит, я не буду чувствовать боли. Идиот. Если у тебя есть идея получше, тогда выкладывай. Придурок на татуре. Ладно, хер с ним. Пойдем посмотрим, есть у них там газировка, что-нибудь такое. Так, это меню, да? Смотреть. А, ну это мы смотрели. Не-не, подожди. Может быть, у нее можно поговорить. А, можно мне пару газировок, пока мы ждем? Конечно, я просто добавлял к вашему заказу. Один сода. Спасибо. А давай знаем ее, скажем. Мне кажется, я тебя знаю. Да, я был здесь на прошлой неделе, когда вы делали заказ. А, точно. Все. Так, ну заказ все еще делается. Пойдем отдадим придурку нашему газировку. Да, детка. Хуетка, блядь. Да, детка. Так, а я же взял уже. Телефон.
А, это точно точка сохранения. Что это было? Пепельница. А, может... Будем ли... Было бы неплохо покурить. Ой, да пошла ты в жопу, короче. Где там наш заказ уже? Сколько времени прошло? Я знаю, вы только что сказали мне мэм. Извините, я не поняла, что только что сказала это. Что? А это кто такие? Здорово, пацаны. Так, и сколько мне ждать? Походу, надо что-то сделать, чтобы... Дальше у нас пошло это все, да? Вывеска. Сегодня особенно... Да это я читал. Я проголодался, просто глядя на эту вывеску. Я тоже, детка. Не, я серьезно говорю, он не помнит, как нас зовут. Он просто не знает, как нас зовут. Да, а чё? С пацанами ничего нельзя сделать. Сколько мне ждать-то? Слушай, придурок. Поговорить. Нет, я хочу подышать свежим воздухом. Я весь день торчал в монтажке, даже не пообедал. Как там видеозапись? Ты выглядишь великолепно, детка. Это было просто... Я отстой, да? Нет, Би, ты отличный репортер. Не мели ерунды, Джейсон. В этом городе не бывает громких новостей. Он скучный, люди в ней скучные. И я скучный. Точно. Это было не смешно, детка. Извини, Джейсон, ну ты понял, о чем я. Да, ты знаешь, что на станции с каждым днем появляется все больше и больше сотрудников. Я думаю, что мы будем следующим, если найдем нового материала. Может быть, мы сможем напугать людей, чтобы они посмотрели наши репортажи. Как-нибудь приманить их. Я не хочу вызывать ненужную панику ради новостей. Мы не подонки, Джейсон. Я знаю, Би, но что-то подсказывает мне, что новости все равно движутся в этом направлении. Кого я обманываю? Мне просто все надоело. Не стоит, Би, в конце концов, ты найдешь хорошую историю. Так, ну теперь, наверное, все. Мы типа поговорили. Давай мне уже пожрать, слышь? Да ты издеваешься? Я сейчас закурю у тебя тут. Или подожгу. Может, теперь покури-то? А, надо ему дать соды. Слушай, точно, наверное. Держи. Спасибо, детка. Слушай, у меня будет для тебя сюрприз, когда мы вернемся домой. Джейсон, ты ли это? Или это снова какая-нибудь глупость? Нет, все гораздо серьезнее. Возможно, я нашел для тебя хорошую историю. Серьезно? Помнишь последнюю историю, которую ты для меня приготовил? Это связано с убийством? Теперь я все понимаю. Я вся во внимании. Давай, выкладывай. Где? Кто? Я скажу тебе после ужина, я не хочу испортить нам аппетит. О, это жестоко, ты ведь знаешь. Просто подожди, детка. Я уверен, тебе понравится. Я надеюсь, что это так и будет. Понятно. Короче, заказ для Бреттены. Это мы. Я вернусь через секунду, детка. В общем, они друг друга называют. Она только что назвала меня деткой. Я тоже удивлен. Итак, расскажи мне поподробнее об этой вашей зацепке. О, точно, зацепка. Ты бы хотела рассказать об этом? Об убийстве? Да. А, кто-то взволнован. Ты не понимаешь, это может стать настоящим прорывом. Мы больше не будем серой массой. Наконец-то я смогу стать настоящим журналистом. Я думал, ты уже журналист? Не с теми историями, которые здесь бывают. Однако есть одна загвоздка. Это место за пределами штата. Итак, дорожная поездка? Именно так, Би. Сюрпризы просто сюрпризы просто продолжат появляться, не так ли? Именно так, Би. Мне нужно успокоиться, я слишком волнуюсь. Я вернусь, детка, просто иду покурить. В общем, ладно, ребят, давайте на этом пока закончим. Игрушка вроде неплохая, но... Ну, это квест. Это квест, пиксельный такой квест. В общем, в принципе, довольно-таки... Хорошо, на самом деле. На этом пока все. Спасибо, ребятушки, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте видео. На этом пока все. Всем пока.